В октябре на двух пешеходных переходах в Твери установят новые светофоры. С бюджета уже выделили 984 тысячи рублей. Речь идет о нерегулируемых пешеходных переходах на проспекте Победы у дома номер 14. Это пересечение с проездом Швеников неподалеку от главного входа в Парк Победы. И у дома номер 23 по улице Паши Савельевой между улицей Хромовой и Молодежным бульваром. Оба пешеходных перехода являются очагами аварийности, в связи с чем было принято решение сделать их регулируемыми и установить светофорные объекты.